Факультет кибербезопасности и информационных технологий Национального университета Одесская юридическая академия продолжает наращивать образовательный потенциал. Президент вуза академик Сергей Кивалов совместно с заместителем министра образования и науки Украины Игорем Горбаруком торжественно открыли лабораторию робототехники и информационных технологий и специализированную лабораторию КИБСолид. Подробности смотрите далее в сюжете. Факультет кибербезопасности и информационных технологий Национального университета Одесская юридическая академия продолжает наращивать образовательный потенциал. Президент вуза академик Сергей Кивалов совместно с заместителем министра образования и науки Украины Игорем Горбаруком торжественно открыли лабораторию робототехники и информационных технологий и специализированную лабораторию КИБСолид. Подробности смотрите далее в сюжете. Президент Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов и заместитель министра образования и науки Украины Игорь Горбарук вместе перерезают красную ленту на открытии лаборатории робототехники и информационных технологий. Это важное событие в жизни самого молодого структурного подразделения университета – факультета кибербезопасности и информационных технологий. Президент юракадемии и заместитель министра получили персональные именные карты для входа в лабораторию. Значит, оно открылось. Здесь будущие айтишники займутся разработкой и проектированием роботов с помощью технологии Arduino, а также созданием и функционированием комплексных систем защиты информации на основе лаборатории робототехники. Открыть. Он сейчас раз печатает. А что печатает? Бюст с софтом. Оно, получается, делит модельку на слои. Да. Преобразует модельку на слои, и затем просто снизу вверх начинает наслаивать пластик. Угу. Вот. И, соответственно, из-за того, что оно делается снизу вверх, нам нужно еще поддержки для модельки. То есть, допустим, что-то висит в воздухе, нужно еще это поддерживать. То есть, ну, очень много нюансов, которые, в принципе, нужно учитывать. В этот день также состоялось торжественное открытие еще одной специализированной лаборатории КИБСолид. Отметим, что факультет кибербезопасности и информационных технологий ранее подписал договор о сотрудничестве с компанией КИБСолид, которая занимается созданием программных продуктов для США и стран Европы. Самая главная задача любого руководителя вуза, как мне представляется, это все-таки обеспечить работой. Обеспечить работу после окончания. Мы государственное высшее учебное заведение. Есть заказы на таких специалистов, но есть и бизнес. И бизнес сегодня реально помогает нам в обучении. Они проходят практику, находятся в одной фирме, во второй, в третьей, в полиции кибербезопасности. Я абсолютно підтримую на 101% Сергія Васильовича в тому, що дійсно головне завдання сфери освіти в цілому – це відразу забезпечувати роботою своїх випускників. Але в цьому випадку дійсно ми бачимо результат співпраці реального сектору економіки, тобто бізнес-компаній і навчальних закладів. Фактично от в цій співпраці виникає саме головне – в бізнеса є можливість формувати замовлення на певну кількість спеціалістів, якість, на певні практичні навички, знання певних вже там новітніх технологій. Відповідно, якраз в цьому і є така золота середина взаємодії бізнесу і освітньої сфери. І взагалі вважаю, що освіта – це платформа, це основа розвитку економіки країни. А економіка країни може розвиватися тільки тоді, коли освіта працює разом з бізнес-компаніями. І тут є дійсно найкращий приклад того, як це все відбувається в реальному житті, а не просто в розмовах. Студенты юракадемии проходят практику в КИБСолид. Это их будущее место работы. Компания давно практикует подготовку специалистов, создавая в украинских вузах лаборатории по разработке полноценных программ. Учебные проекты, над которыми работают студенты, представляют собой реальные стартапы, которые можно продавать. Мы очень рады, что у нас очень динамично получилось с юракадемией. Все это буквально за несколько месяцев было сложено, собрано, реализовано. И опять же, очень благодарны юракадемии за то, что они приняли участие именно в создании этой штуковины. Потому что в других местах мы все делали сами. И ремонты делали сами, и потолки делали сами, и полы стелили сами. А здесь все сделали, только технику мы дали. Сегодня юридическая академия осуществляет подготовку специалистов нового поколения. Университет стал первым на юге Украины, который открыл факультет кибербезопасности и информационных технологий. Дякую, что до нас завітали. Дякую, что запросили. Открыл лабораторию, нам дуже важливо. Мы
Ті проекти, які зараз вже закінчені, це для нас не час зупинятися через те, що в нас дуже багато зараз планів. Фактично із використанням нових технологій по 3D-моделюванню, що зараз це ніша, яка просто потребує фахівців, їх небагато. Разом з тим, кібербезпека – одна із напрямів, яка для нас є ключовою, ми її постійно розвиваємо. І через створення полігонів, і через залучення фахівців. І от компанія Кіпсоліт, вони не сказали по-скромному, але їх основний продукт, який вони займаються, це VPN, який безпосередньо зв'язаний з кібербезпекою, безпосередньо кіберполіція. І в такому симбіозі ми можемо готувати дійсно класних спеціалістів, які востребовані. Студентах и выпускниках факультета кибербезопасности и информационных технологий, как в потенциальных сотрудниках, сегодня заинтересованы в Министерстве инфраструктуры Украины, где создан Центр цифровизации и кибербезопасности, а также Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины и международных IT-компаниях. Об этом свидетельствуют соответствующие договора о сотрудничестве. С Юракадемией мы сотрудничаем совместно. Как бы студенты, которые учатся в академии, приходят нам на практику, проходят практику. Мы обучаем, так же самое, они не только теорию изучают, мы показываем на практике, какие есть преступления, какие ситуации могут быть. Они в это вникают, берут какой-то опыт себе, спрашивают, задают вопросы, что их интересует. Там приглашаем, спасибо, что вы с нами сотрудничаете, что студенты, пускай обучаются, приходят к нам на практику. Созданию нового факультета предшествовало открытие Центра кибербезопасности и информационных технологий, а также IT-центра. Аудитории оборудованы более чем 500 компьютерами, что на сегодня служит базой для подготовки по специальностям инженерия программного обеспечения, кибербезопасность и компьютерные науки. Лаборатория информационных технологий вуза разработала первое в Украине приложение, которое позволяет ознакомиться с расписанием лекций и ориентироваться в учебном кампусе. Также создан уникальный чат-бот, главный помощник преподавателей и студентов, который помогает ознакомиться со всеми учебными материалами и посмотреть лекции по той или иной дисциплине. Кроме того, в начале этого года в связи с пандемией коронавируса и невозможностью проведения дней открытых дверей в привычном режиме, Национальный университет Одесская юридическая академия совместно с компанией Google презентовала виртуальный 3D-тур по вузу. Прогуляться по студенческому кампусу, посмотреть аудитории и познакомиться с материально-технической базой вуза стало возможным, не выходя из дома. Посетить университет в онлайн-режиме можно с любого устройства, зайдя на официальный сайт Одесской юридической академии. Насправді юридична академія, яка займається все ж таки і питаннями кібербезпеки, це показник того, що навчальний заклад він дуже фахово і продумано, і системно розвивається. Це перш за все. Друге, ми розуміємо, що світ міняється, і безпекові питання, от як ми бачили з вами сьогодні в школі майбутнього, питання безпеки, 290 камер, які встановлені по школі, які розпізнають обличчя. Тобто це безпека дітей. Так само ми маємо думати про захист державних органів влади, великого бізнесу, ті, які пов'язані з інформаційними технологіями. Тому те, що дійсно університет розвиває напрямок кібербезпеки, це є дуже фахово і дуже класно, і дуже круто. А насправді, от те, що хочу зазначити, що дійсно в даному випадку просто потрібно інтегруватись дійсно більше в глобальні технології, в глобальний світ і співпрацювати з найбільшими компаніями. Але те, що мене радує, мене як чиновника, наприклад, радує на сьогоднішній день, те, що ми бачимо в Одеській юрокадемії, те, що іде використання саме національних технологій. Як каже Сергій Васильович, це зробили харків'яни, це зробили в Дніпропетровську, це зробили одесити. Тобто фактично ми маємо розвивати власні українські технології і піднімати власні українські розробки. Студенты факультета кибербезопасности и информационных технологий, несмотря на достаточно молодой возраст этого структурного подразделения университета, уже представляют собственные разработки в сфере IT. Большинство знаний отрабатываются только на практике, и некоторые знания нереально получить, только читая теорию. Лаборатории – это хорошо, что наш факультет развивается, открываются новые возможности для студентов. Я уже был на практике в киберполиции. В принципе, я до сих пор на нее хожу. Получается, это очень хороший опыт, потому что можно больше понимать, какие есть злоумышленники в интернете, допустим. Хакеры какие-то, может,
мониторинг тоже очень важно. Напомним, что ранее факультет кибербезопасности и информационных технологий Юракадемии подписал договор о сотрудничестве еще с одной ведущей европейской технологической компанией «Инфомир». Первой в Украине компании, которая занимается 3D-производством в промышленном масштабе. За эти полгода я узнал гораздо больше, чем мог бы узнать сам или в школе, или в любом другом универе или колледже. Плюс здесь есть техническая база. В каждой аудитории есть рабочие устройства. Есть также практика. Сейчас проходил практику в киберполиции. Со второго курса, может, буду проходить практику в IT-компаниях, таких как Ipsolid. Факультет кибербезопасности и информационных технологий Национального университета Одесская юридическая академия является одним из лучших в стране по подготовке специалистов в данной сфере. На базе факультета проводятся конференции по информационной безопасности, где обсуждаются актуальные проблемы киберзащиты и направления развития отрасли с участием не только студентов, но и практикующих специалистов в сфере IT. Сегодня на факультете кибербезопасности обучаются более 200 студентов. В этом учебном году состоялся первый набор на магистратуру на образовательную программу «Анализ и защита данных». Планируется открытие новой образовательной программы IT-менеджмент и маркетинг.